10 газелей «Next» начали работать по 13-му маршруту от поселка Заводского до ЖД вокзала во Владикавказе. «Газели «Next» – это более обновленная версия, имеют 20 сидячих мест. Все они прошли конкурсный отбор, соблюдение санитарных норм – это главное условие работы. Хеток Плиев продолжит. Не жалуемся ни на что? Нет, все нормально. Самочувствие нормально? Отлично. Температуры нету? Нет, да. Проверимся тогда, пожалуйста. Так начинается привычный рабочий день водителей 13-го маршрута. Полный медосмотр перед выездом. Если у врача нет никаких нареканий, он ставит свою подпись в путевом листе. Жалуется иногда на давление. Когда давление, мы ни в коем разе не отпускаем водителя на линию. Оказываем первую помощь. Вот. И после этого мы или отправляем домой, если человеку плохо, или оставляем на линию. Журнал каждый день заполняете, да? Журнал обязательно заполняем. Путевки каждодневно даем, каждый день мы выписываем. Обязательно они расписываются, в журнале расписываются и получают каждый день путевки. Процедура предназначена для безопасности самого водителя и пассажиров. Перед рейсом также необходимо проверить техническое состояние машины. Здесь Руслан Наниев работает всего 5-й день, но уже может оценить подход руководства компании к работе. Тем более, что ездит на новой «Газели Next», которую выпустили в этом году. Условия отличные. С первым долгом, в первом плане у нас начальство хорошее, зарплата нас устраивает. У нас в день как-то выходит 2-2500. У каждого свой утвержденный график. Как и положено по трудовому кодексу, у водителя есть время на перерыв. Ответственный подход транспортной компании позволяет добиваться поставленных целей. Активно заменяют старые автомобили на новые. Расширяют список маршрутов, которые обслуживают. Продолжаем мы обновлять технику, продолжаем отслеживать конкурсы. Будем смотреть, какие маршруты будут выставляться на конкурс, и будем принимать решение об участии в этих конкурсах. Если маршрут будет рентабельный для компании. С развитием компании создают рабочие места, и новым сотрудникам всегда рады. Хеток Плиев, Игорь Войцуховский, новости сети.